Привет всем, с вами Лига Мьюзик Варс. Ну а сегодня у нас фарм в два человека, и мы продолжаем ходить по картам. Итак, на ваших экранах фура. Мы обычно ходим в три. Два руха и один титан. С малыми затратами, без напрягов. Но здесь убрать одного руха, и что же мы видим? По количеству урона и по количеству затрат расхода, конечно же, рух начинает тратиться. Так как фарм все-таки более-менее просчитан в 3 человека, в 2 все-таки немного невыгодно. Так что досмотрите и считаю в комментариях, надо обязательно написать, как же лучше ходить в 1, в 2 или в 3 меха на фарм. Фуры. Жду ваших комментариев.